с тобой сделали? Милена, пропавшая сестра. То, что собирались сделать с тобой, тогда я тебя спас. Это ужасно. Мы должны все остановить. Извлеки его память. Это единственный способ. Прости, брат. В этот раз я влезу в твою голову без разрешения. Так пусто и правдиво. От него ничего не осталось, лишь чужие воспоминания. Они стерли все, что было до его ареста. Остальное не его. Здесь это стандартная процедура. Я заберу его с собой. Емкость памяти недостаточна. Значит, перевод подопытного в санитарную яму. Бак! Я должна спасти Бага! Сейчас ты ничем ему не поможешь. Иди по украденным мнемофонам. Они приведут тебя к доктору Коиду. Это его тебе нужно остановить. Так ты тоже охотник за воспоминаниями? А, конечно. Тебе далеко до твоей подружки Елены. Но и ты очень интересный экземпляр. Выделив то, а что делает тебя особенным, я еще чуть-чуть продвинусь в понимании расстройств памяти. Что они с ним сделали? Не давай боли поглотить тебя. Теперь мы можем подавлять ее, воздействуя напрямую на нервные окончания. Очень удобно. Как тебе, так и мне. Правда? А-а-а!
Они превращают заключенных в лепарей, а лепарей в своих питомцев. Куэйт. Ну ты и мразь. Настоящее чудовище — редкость, а доктор Куэйт увлечен ими. Он не заслуживает жить. Добавление подопытного в общую базу. Пожалуйста, подождите. Подопытный номер 84217. Бак, охотник за воспоминаниями. Перевод подтвержден. Мы скоро встретимся. Думаю, это может быть началом долгой дружбы.
подопытного в общую базу. Пожалуйста, подождите. Подопытный номер 84217. Бак, охотник за воспоминаниями. Перевод подтвержден. Мы скоро встретимся. Думаю, это может быть началом долгой дружбы. Вниманию персонала лаборатории. Не следуйте распоряжениям доктора Куэйда. Больше ты ни для кого ничего не решаешь. Себастьян, послушайте. Возвращение – тупик. Теперь я в этом убеждена. Имплантация чужой личности в раздробленное сознание человека не может быть хорошим решением. Если я остановлюсь, тысячи лепари вернутся к исходному состоянию. Вот что такое возрождение. Мы остановим проект. Что это было? Подопытный номер 84-178. Нилин, террористка. Перевод подтвержден.